Так, полнолуние, суперлуние, 27 апреля 2021 год, Харьков, 2:49 по Киеву в Харькове. Сегодня Луна на ближайшем расстоянии по своей орбите к Земле. И кроме того, это совпадает с полнолунием, то есть Луна находится на линии между Солнцем, не между Солнцем, Земля находится на линии между Солнцем и Луной, и мы видим с Земли полностью освещенную Луну. Ветерочек нам чуть-чуть мешает, но зато он разогнал тучи. Вчера вечером лил дождь. Так что не буду я сетовать. Формально полнолуние будет через 3 часа. Момент прохождения через эту линию. Но так как к тому моменту уже Луна опустится низко к горизонту, решила поснимать ее, пока она повыше в зените, поближе к зениту. Снимаю. Ах ты, ветер какой. Ну ничего, сейчас подождем, пока стихнет чуть-чуть. До Луны сейчас 357 тысяч километров. В максимуме Луна находится от Земли 405 тысяч километров. То есть вполне себе разница значительная. Более чем на 10% угловой размер Луны. Больше в перигее, чем когда Луна находится в апогее, то есть на наиболее удаленном расстоянии от Земли. И яркость ее тоже значительно выше. Там чуть ли не до 30%. Не знаю, насколько можно это, этим цифрам доверять. Источники вполне себе традиционные, интернетовские. Верификация. А вот это у нас, наверное, такая линия терминатора. Между тенью и светом, еще неосвещенного кусочка Луны. Бегаешь, сейчас найдем. Ты большая и близко, мы тебя не потеряем. Так, уменьшающую выдержку. Опять ветер. Ну что ж ты будешь делать? Ну будем ловить момент
через часик уже взойдет Сатурн с Юпитером. И будет возможность, надеюсь, одновременно снять и Юпитер с Сатурном, с Галилеевыми спутниками, кольцами Сатурна. Галилеевыми спутниками Юпитера и Луну. Ближе к горизонту Луна приобретет какой-нибудь розовато-красноватый оттенок. Эту Луну называют розовой Луной. Ну, называют индейцы Северной Америки, потому как там у них что-то цвело в этот момент розовое, окрашивая Луну в розоватый цвет. И, конечно, цвет Луне придает именно земная атмосфера. Поэтому, когда в комментариях спрашивают, почему у нас Луна не красная, сегодня была у вас красная, потому что я ее снимал на восходе или на закате, когда она через плотные слои атмосферы земной видна. Вот хорошо вроде стих ветер. Как раз кратер Аристарх. Так, увеличиваю выдержку. А то слишком уж Луна у вас мрачная получается. Так, хорошо. 27 апреля 2021 год, Харьков, 2:56 по Киеву. Это первый дубль. Снимаем суперлуние. Так называемая полная Луна на ближайшем расстоянии к Земле, в перигее. Видно, как опускается к горизонту Луна. Хорошо, сейчас будем снимать другие дубли при других настройках.